Ну, кто выиграет от торговых санкций, как с одной стороны, так и с другой стороны, это мы посмотрим через какое-то время. Вот. Но я считаю, что лучше я буду сидеть на картошке и на селедке, чем кто-то из Белого дома будет рассказывать России, как ей себя вести, а как себя не вести. Это первое. Второе. Я считаю, что Россия имеет сейчас уникальный шанс восстановить все то, что было разрушено с момента крушения Советского Союза. То есть аграрный сектор, то есть создать свою более мощную промышленность, более мощное сельское хозяйство.